современное общество наше как раз напоминает такого причастного ребенка. Слушай, надо тренинги проводить мамашам, которые хотят, вернее, девушки, которые хотят стать мамами. Проведи 3 часа прокат рядом. Да. Послушать это. Ну да, мастер-класс. Вась, на тебя хорошо дети реагируют, смотри. Да? Может, ему воздуха не хватало? А, может быть. Ну, вот это колебательное движение. Ты попробуй есть, качай, ты сюда плавненько. Где Арина? Ну что, вкусняшку кушаешь? А там была какая-нибудь игрушка? Ну, моя клянчик игрушка. Вась, ну что, давай поеду по такси, а ты езжай с ребеночком, давай. Нет. Что нет? Давай, а чего? Чего, потаксуешь лучше? Ну как тебе Лиманский, скажи? А? Молодец, что его сподвигло пойти навстречу? Он же был закрыт в прошлый раз. Не был оформлен патент. Но он академически обученный человек. Я вижу. А он не хочет? А почему он не коммерчески подошел? Он вот так вот гуманно как-то. Но он хочет подарить это человечеству. Но чтобы это не могли украсть, он сначала запатентовал. Молодец. Слушай, молодец. Хороший, добрый. А где Володя? Там очереди нет, быстрее обойти, чем вы там стояли. Я своим зацепил. Так, ну что, какой класс? Ярослав, давай, Валюха уже нервничает, давай, быстрее. Я понял, давай. Я нервничаю. Что, я сразу пересаживаю? Да, конечно. Садись, забирай все вещи. Так, ну что мы делаем? Володя, большое тебе спасибо. Значит, мы едем в их сити. А ты знаешь, как все изготовить. Представляю, да. Фомин видел трансляцию видео, поэтому ты Фомину сможешь рассказать. Конечно, да. На видео то, что отснято, вы сможете это реконструировать. Да, с Фоминым ли, я думаю, легко. И те станки, которые есть, позволяют нам это дело создать. Вполне позволяют. Ты смог бы на несколько дней приехать в Экс-Сити и там жить? Я тоже постараюсь там быть. Ну, могу, в общем-то, да. Ну, как в командировку, допустим. Да, как в командировку. Мы можем вместо Новосибирска, потому что Новосибирск сейчас получается, ну, не совсем резон лететь. Да. Есть одно уже устройство, его надо отработать. И дальше двигаться. Поэтому сдвинем чуть. Георгий Асланов сказал, хотите летите, отдохните. Но, говорит, я технологического смысла не особо вижу. Говорит, ну я обещал, хотите слетайте, отдохните, в баньку сходите. Либо потратить на свое разумение. Я сейчас понимаю, что надо отработать Лиманскую. Логично, да, или нет? Абсолютно логично. Тут хотя бы достаточно уважаемый человек. Аргументы очень весомые. Как бы. И тут даже выбирать не из чего, в общем-то, что будет. Все, спасибо, пока. Васильев. Георгий, вот эти все часы, которые Василий пробыл рядом с нами, это аренда автомобиля 1750, квартира в месяц 30 тысяч. Но это минимум, это только то, что вот он должен, сидя за рулем, отбивать. Пробыл с нами. Все, Вася, спасибо, пока, тебе зачтется. Инвесторы все считают, все видят. Ну а по-хорошему нужен, конечно, вот такой вот автомобиль. Чего? Аккуратненько, всем спасибо огромное, передай девушке. А? Валюхе, блин, тут конечно, уважение огромное. Извинения за все неудобства, которые мы причинили. Реально, я представляю, как ей тяжело. И большое спасибо всем зрителям, потому что, Володь, чувствуешь ли ты или нет, что я пытаюсь людей обмануть или проехать на их горбу, потому что говорят, Ярослав, ты приписываешь все успехи только себе. Да. Вот такой вот есть очень расхожий... Ну, вот это типа тщеславие свое тешит. Да? Насколько вы, находясь рядом внутри коллектива, это ощущаете? Нет, я ощущаю то, что общаюсь как бы с нормальными и умными, и не жадными, и не алчными людьми, потому что с такими людьми я бы сейчас здесь не находился. Понятно. Вот и все.
Ты понимаешь, что каждый элемент важен для истории, что здесь нет кого-то одного, потому что здесь именно коллективный проект. Конечно. Вот за это мы и боремся. Да. Все. Пока. Давайте, пока. Вот, Василий давно готов уже расклеить свой автомобиль. Нужно... Вадим. Знаете, вам... Передаю вам микрофон, можете рассказать. Держи. Что рассказать? Ну, люди просят план. Они говорят, где твой, типа, план, бизнес-план? Вот приходит раз за разом. И каждый раз надо им рассказывать. Про бизнес-план? Ну, нужно развивать интернет-сферу сейчас. И параллельно развивать... Белая машинка. Все, домой. Товарооборот какой-либо вообще, в принципе. И мультиязычность. Выключайте камеру. Вот Валентина говорит, выключайте камеру. Она сейчас против съемок этих. На самом деле. Ярослав. Ну, выключай все.